Добрый день, мои дорогие любимые подписчики! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Хочу сегодня сделать очередной обзор. Запоздала немножко, но все равно покажу. По третьему и сразу четвертому каталогу. Потому что я заказала с четвертого каталога заказ, и у меня его тут же забрали. Что-то времени у меня не было снять. По пятому каталогу покажу заказ сразу вам, мои дорогие. Вот как-то так. В общем, вот такой был красочный каталог, четвертый у нас, девочки. Вот, значит, я тут сделала закладочки. Тут была у нас такая акция. Можно было получить косметичку за 50 рублей. Мне она, конечно же, очень понравилась. Нужно было выписать на сумму 500 рублей. Именно вот со страницы 6 по 19 и 7 по 9. Ну вот я, в общем, выписала себе. А так она стоит 600 рублей, девочки. Я выписала вот такую тушь. У меня ее тоже сразу же купили. И выписала я, девочки, вот такую помаду. Вот видите, у меня тут обведено для своей доченьки. У доченьки же было день рождения, как вы помните, я ей подарила. Вот тут такие разводы. Это вот означает, что там в нем масло, девочки. Неплохая, кстати. Масло жожоба, экстракт меда и воски. Вот он, видимо, действительно там с помадой пересекается, прямо его видно. Ну, вот такой вот цвет ей взяла, знаете, идеальный розовый. Она очень бледный любит. Ну, как-то вот у девушки вот здесь вот бледно получилось. У нее немножко по-другому. Более бледного не было. Ну, неплохая, говорит она. Помада увлажняет хорошо. Так что обратите внимание. Это новая такая немножко серия. Может, повторяется. Avon True называется. Ну, тушь вот наподобие была такая же простая. Теперь она просто питание и длина. Теперь вот она тоже Avon True. Косметичка очень, девочки, удобная. Как-нибудь доча приедет, я ее вам засниму, покажу. Вот такие вот дела. Так. Значит, что дальше у меня? Выписала у меня... Я тут уже закладочки эти стали заказчицы. Вот такое платье. Девочки, качество неплохое. На фигуре не знаю, как сидит. Все было очень хорошо запечатано. Оно было со скидкой 1399 рублей. Она стоила 2500. Очень часто, девочки, вы его не скидки бывают, имейте в виду. Но это было при заказе на сумму 449. Она же заказала у меня еще кофту. И поэтому оно ей пришло со скидкой, считай, 45%. Вот тут пишется. Может, как-нибудь попрошу свою клиентку. Это постоянно у меня клиентка. У меня клиентов немного, всего трое человек, как бы таких. Ну, иногда случайные бывают. И вот попрошу, может, она мне покажет. Так. Вот такие купончики, девочки, были. Акции часто всевозможные проходят. На 700 рублей скидка. Вот я выписала вот такие духи. Уже тоже у меня, к сожалению, их сразу же забрали. За 720 рублей они мне обошлись. Духи вот эти. Так, они стоят 1420 рублей. Искристый бергамот, ночной цериус, теплый сандал. Очень мне нравятся, девочки, эти духи. У меня тоже они есть. Так что имейте в виду. Кому-то, если нужно выписать что-то там, помощь какую-то, пишите, я вам подскажу. Можно самим выписать, зарегистрироваться, можно через меня, как угодно. Если кого-то интересует, говорите, буду оставлять ссылочки. Да, к сожалению, купонов было 4 штучки у меня, но никто больше ничего не заказал, клиента предлагала, как бы Эйвоном сейчас у нас занимается очень много людей, поэтому вот так. И вот такую вот белую кофту она мне выбрала, вот, девочки, ближе вам показываю. Боди, изящный силуэт. Ну, тоже так я потрогала, чуть-чуть качество приоткрыла, распаковывать не стала. Но вот еще ее не видела. Сегодня сделала вот новый заказ, пойду ей относить и спрошу, как и что. Если что, потом вам расскажу, может, попрошу, чтобы она мне сфотографировала. Так, и что еще, мои хорошие? У меня закладочки я наложила. Я выписала для себя, у меня еще немножко есть клиенты, которые звонят, узнают, спрашивают, такие случайные, как бы, ну, не то, что случайные, постоянные, но редко берут, пользуются. Любители геля для душа, родственники бывают там, сама я пользуюсь, люблю. И вот была акция по 139, в следующем каталоге она уже идет дороже. Тут акции, девочки, постоянно вы его не меняется. В четвертом была акция по 139 рублей, я вот выписала два вот таких вот дивных сказки, девочки, вот они у меня тут стоят. Мне вот очень нравится он. Был у меня сейчас вот шоколадный, я допользую, потом вот буду этим. Ну и на продажу вот оставила. Вот этот очень неплохой, живописная Тоскана тоже. Кремний Роли и Олива, я уже про него рассказывала. И Тропикану выписала. Разные взяла, потому что у всех вкусы разные. Это папайя и персик тоже, мне очень нравится.
Но он тут немножко, знаете, как бы когда моешься, и вот прям кажется, что на теле вот этот краситель немножко остается. Поэтому вот как бы на любителя такая вот штука. Вот у этого красителя как бы не видно. Вот этот мне более нравится. Я люблю более такое все, конечно, естественное, хотя шоколад тоже люблю. И кофе люблю. Так, пришел мне, девочки, подарок, так как предыдущий у меня был заказ очень большой. Я его, по-моему, не показывала или показывала, не помню. И мне пришел в подарок заказ второго уровня, духи Персиваль. Вот я их распечатывать не стала, может, кому-то подарю. Очень я рада, неплохие духи. У меня есть они, я вот в таком праздничном их дизайне заказывала. Такая бутылочка интересная, я люблю еще интересные бутылочки, не только Сейвена. Как-нибудь покажу свои ароматы. Кому интересна такая тема, говорите, я сниму. В общем, эти духи стоят тоже 1000 с лишним. По скидке они бывают по 700, по 600 рублей. Как бы очень приятно такой получить подарок. По-моему, сейчас я вам брать, если их не буду. Вот тут у меня листовочка лежит. Подарок. Так, подарок Персиваль. У меня был подарок Персиваль за 19,67. И подарочный пакет был еще за 19,67. Пакет я подарила дочери, положила туда подарки. Вот такие, девочки, у меня подарочки пришли. Так, и вот такое было по акции увлажняющий каре лосьон для тела. Я вообще вот эти лосьоны для тела, девочки, фирмы Kia, очень люблю. Мне нравится вот этот прям такой средней жирности с глицерином и миндальным маслом, самый любимый. Я еще их беру в баночках круглых, бывает, туда их переливаю. Как-то бывает, вот так удобно пользоваться. Но в последнее время что-то такие крышки стали, закручивающую баночку тоже как-то неудобно, знаете, откручивать. Поэтому вот такое вот дело, что на любителя. И так. Вообще у меня есть с дозатором тоже такие крема большие. Я в них туда, бывает, переливаю. Но со временем крем, если сильно густой, он забивает дозатор и тоже уже плохо. У меня еще есть большой такой флакон 700 миллилитровый. Может, видели в обзорах и в прошлом обзоре у меня. Вот я его дочери подарила, себе что-то не оставила, потому что мне много, как бы я сильно не мажусь. У меня кожа как бы такая жирная, я только руки, ноги и тело как бы так только после бассейна, в бассейн, что в последнее время редко хожу. А у дочери у меня сухая кожа, у нее ноги вот прям горят, и она очень любит пользоваться, девочки. Ну, даже могу показать, вот я уже один начала, этот флакончик, потому что это уже был давненько, по третьему каталогу я выписывала, по четвертому вернее. Вот такая, девочки, легкая текстурка у него, хорошо он впитывается, так быстренько достаточно, и довольно таки прям, ну, смягчает очень хорошо, очень мне нравится такой вот прям приятный запах у него, такой ненавязчивый. Вот покажу потом еще одни крема, я буду делать еще обзор следом с 6-7 каталога, так как запоздала, и покажу другой крем, тот вот более жидкий. Но если когда там нужно, вот видите, у них написано, вот на этих написано лосьон для тела, они вот пожиже, хотя вот этот густоватый. А вот баночки в такой круглой 400 мл, тоже там и здесь 400 мл, там он идет для лица и для тела, и он как бы идет пожиже. Ну, вот немножко разная консистенция. Еще сильно с алоем дочь моей нравится, и мне тоже как бы больше всего. Но вот этот был по акции, девочки, по 99 рублей. Вообще было выгодно. Так, они по 170 и 200 с лишним зашкаливает цена. Так, еще у меня... Так, что еще у меня в том каталоге было? Я тут соединила два каталога и понять ничего не могу. Что у меня, откуда, что, куда, девочки. Так, все, да, с этого каталога у меня все. Закончено. Так, и вот, девочки, еще в Эйвоне очень часто бывают такие вот акции. Вот, смотрите, видите, акция была «Участвуй». А, мне еще и тушь приходила. Тушь я тоже подарила дочери. Вот в этот, вот у меня был приз второго уровня. Можно было вот этот заказать, вот этот. Little Black Dress я духи не люблю. Вот Анев зато неплохой крем был, но что-то я почему-то вот на этот перескочила. Вот, и выписала кому-то, вот такая серия приходила, тут зависело, девочки, от заказа. Вот. Тут вот еще всякие акции, читайте, заходите на сайт, можно технику бытовую, вот как бы выигрывать, тут пишут. Кто там первый раз регистрируется, подарки хорошие Иван делает. Я помню, когда только зарегистрировалась, мне хороший такой парфюм пришел, что-то еще бесплатно, вообще дорогой прям такой, который около 1800 стоил по тем временам. Так, ну все, девочки, с каталогом, с запоздалым четвертым я заканчиваю. Переходим к каталогу пятому. Так, вот это у нас, девочки, был каталог четвертый, заказик. Так, каталог пятый вот такой был яркий, красочный. Тут тоже я сделала, девочки,
пишите себе закладочки. Они сейчас идет акция, собирайте комплименты. Вот даже, может, кто-то хочет поучаствовать, можно тоже поучаствовать не только нам, представителям, но и клиентам. Нужно с определенных страниц заказать. Я вот в этот раз не заказала с 4-го каталога, у меня всего 2 улыбочки. Поэтому вот придется только вот такой. Если сейчас в этом каталоге успею заказать, то закажу еще 2 улыбки. Хочу вот такой крем. Говорят, очень интересная новиночка. Ну, не сильно новиночка, но у меня жирная кожа, я кремами как-то не пользуюсь, больше всего сыворотками. А вот этот вот именно, говорят, неплохой крем. Вообще серия Анеф мне очень нравится. Ну, это очень большой заказ надо сделать, уже я столько не закажу. Что-то заказов мало стало. Для себя тоже заказывать уже. У меня много очень запасов. Вот такая вот, девочки, акция идет. Так, ну и начнем дальше с каталога 4-го. Так, заказали у меня вот такую набор Viva La Vita. Ну так, скажу, средний аромат, я вам уже про него говорила. Вот, получается, это значит крем для тела и вода туалетная. Неплохой такой аромат, средненький, 789 рублей по скидочке. А так он стоит, девочки, 1350. Сочное яблоко, мимоза и сандал. Ну, неплохой такой Viva La Vita. Такой летний новый аромат. В общем, ну, не особо пользуется спросом, так скажем, по среднему. Так, вот такую тушь у меня заказали. Это тоже тушь Супер Шок. Вот. Она была по скидке, девочки, 259 рублей. Клиентка у меня постоянно берет только эту тушь. Больше ничего другого не берет. Вот другая ей продукция моя не нравится. Ну вот, я рада уже любому как бы клиенту, поэтому такое вот дело. Так, значит, еще у меня заказала клиентка вот такой набор за 149. Увлажняющая маска для лица, алоэ и хлопок, и огурец и чайное дерево, маска, пленка. Всего 149 рублей. А так вообще этого набор стоит 330, девочки. Тоже неплохая была акция. Вот так он выглядит. Мне эта серия тоже не нравится. Маски для лица я такие тоже немножко беру иногда. Но больше с огурцом я люблю, чем с хлопком. И больше всего я люблю масочки Planet Spa. Что-то они подорожали, у меня как бы люди их сильно не выписывают. Так, и вот такой из этого набора маска-пленка для лица. Девочки, вот эта маска вообще, она иногда бывает так дешево. Обратите внимание, она пленочка, и очень она мне нравится. Неплохой вариант. Так, еще эта же клиентка. А, вот для себя я заказала Planet Spa. Девочки, я люблю. У меня закончился скраб. Уже немножко осталось. Я показывала вам пустые баночки, как еще скраб такой хочу заказать. И маску выписала. Тонизирующая маска для лица с экстрактом белого чая. Нравится мне эта серия. У нее такая гелевая текстура, девочки. В общем, ненавязчивая. Вот у меня кожа жирная, поэтому мне вот такая очень подходит. Она была 139 рублей, как бы дороговато, бывает по 115, но мне срочно нужно было, я выписала. У меня маски вообще все закончились. Так, что еще у меня с этого каталога было? Так, вот такой у меня был спа-ритуал, скраб для тела, девочки. Я очень люблю такое дело. Он тоже был по акции. Вообще он очень дорогой стал. Я перешла уже на скрабы с фикс прайса и более в дешевых магазинах. Но тут была вот акция для представителей, я не удержалась, девочки, и купила. Он с маслом африканского дерева ши и коричневым сахаром. Ну, такая неплохая вещь, неплохой аромат. Я вот эту серию очень люблю, но сейчас очень дорого она стала. Так, и вот такой тоже у меня выписала. Крем для рук и кутикулы, скорая помощь. Девочки, крем очень жирный, но у кого очень проблемные руки, можно как бы мазать. Я вот себе тоже выписала, я вот эти вот места кутикулы не только смазала, потому что он очень долго впитывается. Иногда раздражает. Ну, иногда бывает намажу, одену перчаточки. Очень хорошо смягчает, помогает. Ну и выписала 2 вот таких пробничка мужской воды Aqua Intense. Вот, тоже своим покупателям как бы рекламирую. Мужские ароматы вообще у меня очень редко девочки выписывают, поэтому вот как-то приходится заманивать клиентов, пробники покупать. Так, ставлю слово со своими пасхальными этими. Я вам в прошлый раз забыла показать. Купила вот такие красивые пасхальные этикеточки. Покупки когда показывала с магазина, потом захотелось что-то такого яркого, весеннего. Христос воскрес как бы приветствуется, но уже как-то поднадоело. У меня еще много с того года. Вот здесь видите, какие красивые конфетки. Тут какое-то даже море, природа, маки, вишни. Очень красиво. Ну, немножечко купила, конечно же, с Христос воскресом. Тут такие мальчики, девочки, такие чудесные, душевные. Естественно, немножечко
Хохломык, жили тут, роспись такая вот. И вот это очень понравилось, такая необычная, что тут вот курочки, и тут вот такая тоже тетенька с подроспись. Вот тоже захотелось, вот купила. Они вообще что-то недорого стоили, чек тоже. Конечно же, я забыла. Как-то с чеками я не очень-то дружу. А, еще, девочки, вот такая тоже неприятная вещь. Вот с этого каталога, с 4-го, с 5-го было приложение. Девушка у меня заказала вот такой вот зонтик. И он мне не пришел. Вот у меня, видите, тут стоит вопрос, знак вопроса. 499 рублей он стоил. И вот мне он не пришел. Написано, не перезаказывайте, придет позже. Вот это мне очень-очень не нравится. Как бы люди вот надеются, ну хорошо, что сейчас как бы еще вот не сезон дождей, пока она и подождет. Но мне вот тоже, например, как-то неприятно каждый раз моргать. Ну у нас такое редкое время не бывает, но стало практиковаться. Ну вот, на этом мои небольшие заказики все, девочки. Жду вас, новых подписчиков, приветствую всех своих, которые со мной дружат, общаются. Спасибо вам большое, оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайк. Ставьте на колокольчик, нажимайте, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Пока-пока, до новых встреч, ваша Жанна.